И последняя часть подготовки к трешовому вкусу о фигурках, в этот раз со стороны Конора. 10К, все дела, 3-3-3, ну, да, буквально только что. Джоуи смотрели чуть ранее, Гарн был. Все, последний пацан поехал. Привет, и сегодня мы в Акихабаре. Если помните, какое-то время назад я, Джо и Гарнт устроили челлендж, чтобы выяснить, кто купит самые интересные фигурки в Акихабаре. В прошлый раз на $500, в этот раз на 3333, то есть в сумме 10 тысяч, такой вот кликбейт. И мы определим победителя в соответствующем выпуске подкаста «Трэшовый вкус». Если хотите это увидеть, советую сперва посмотреть мое видео, видео Гарнта и видео Джоуи. А затем переходите к выпуску и смотрите, кто победил и у кого самые интересные фигурки. А прямо сейчас мы займемся покупкой этих фигурок. В программе 4 магазина с челленджами в каждом из них. Мы начнем с этого магазина «Лишим банк». Я был здесь раньше, неплохой магазин, в нем много всего. В общем, увидим. В прошлый раз я справился неплохо. Надеюсь, сегодня я уверенно выиграю, а не проиграю. Так что пожелайте мне удачи. Пока. Это всеми любимый мусорный бакун, а внутри челленджа, что превратят нашу жизнь в ад. Давай, мусорный бакун. Два челленджа для Лашинбанга. Вперёд! Ладно, купи фигурку не по аниме. Удачи с этим. Боги гачи, пожалуйста. У меня... Ой, да ну! Ну нахуй! Что там? Что там? Купи самую дорогую аниме-фигурку, которую найдешь. Самый, наверное, все еще жесткий челлендж. Он не получит балл. И мы не скажем Гарнту, он не получит балл. Купить фигурку по Джоджи и встать в ту же позу. Ой, достаточно просто. Хороший челлендж. Я думаю, у них есть фигурки по Джоджи. Да какого хера? Есть, ладно, я знаю, что есть. Какого хуя? Думаю, подожди. А второй мой челлендж это... Купи фигурку, которая победит Гоку. Ладно, у них Гарнт. Продаются фигурки ВИЧ. Купи фигурку по игре, в которую играл Конор. Вы, блядь, издеваетесь? Они продают фигурки по Апексу или Лиге? О, бедолага, у Гарнта неудачное ладно, начало. Что ладно. Второе у тебя? У меня закрой глаза и наугад схвати фигурку или свиток. Значит, жулик первого уровня, злодей сотого. Так да, же, да? босс-мафия. У Гарнта сложность босс-мафия. Ладно, не будем терять время, идем в магазин выполнять челленджи. Вперед! Итак, челленджи неоднозначные. Найти неанимешную фигурку в аниме-магазине может быть сложно, но я был уверен, что что-то найдется. А схватить что-то наугад будет очень просто. Но может быть накладно. В нашем банке горы прекрасных вещей, так что я уверен, мы найдем здесь что-нибудь прекрасное для нашего офиса. Удачи, окей. Джентльмены. Так, Джоуи уходит, я хотел... Он даже тебе руку не пожал. Я не видел. Какой грубиян. Я уже нашел неанимешную фигурку спустя 10 секунд, смотри. Это Кеннер, они же коллекционные. Неоткрытый Хан Соло. Зарафлан. Неожиданные Звездные войны. Денег. Я никогда... Офигеть, он стоит денег, хорошо сказано, Конор. Конечно, наш оператор снова Мэйлин. Мэйлин, заткнись. У Мэйлин лучшие шутки. О, смотри на часы. Они по фейт. Вот, блин, надо Гарнту показать. О, боже. Я хочу найти что-то помимо Хана Соло. Нет, «Звездный войн» аж теперь аниме. Пока я искал на аниме. О, господи. Не, ну Хан Соло в аниме нет. Мышную фигурку. Я нашел очень дорогую фигурку, которую придется купить Гарнту. Смотри, это стоит $700. Я стараюсь говорить тише, чтобы Гарнту... Стоп, это и есть Эмилия. Он нашел Эмилию, да? Да, он нашел Эмилию, которую Гарант не захотел покупать по итогу. Но даже если бы он ее купил, он бы все равно провалил челлендж, потому что анимемен нашел еще дороже. Не услышал. Чё ты там делаешь, Гарн? А, ничего. Что ты? Я вижу сиськи, Гарн. Чё ты покупаешь? Вот что я получаю, взяв Сидни оператором. Этот мужик, это Терминатор? Да, это Терминатор. Это не аниме. Я... Думаю, что нет. Убить, что ли, его? $400! Не-е-е. Я не могу его купить. Это слишком. Поскольку у нас больше денег, будем любую брать фигурки качественнее. Купить. Да, у нас больше денег, $3333, но еще мы должны тратить минимум $500 на магазин. Иначе потеряем балл. Так что я постараюсь тратить в каждом магазине не меньше $500. И Виабу знают, что это несложно. Арнольд Шварценеггер. Думаю, надо его брать. Ничего другого не анимешного мы не видели. Netflix заказал аниме «Терминатор», но оно не вышло. А, еще не вышло. Тогда норм. Господи боже, почему все становится аниме? Это здорово, но серьезно. Ладно, мне нужно уже что-нибудь выбрать. Время уходит, а я не купил ни одной фигурки. Преступление Гриндевальда. Где? Вот. Понимаю, серьезно? Аниме. Я серьезно покупаю ебаного Гриндевальда за $200? Кто это такой? Из фантастических тварей. Ну и ладно, хер с ним.
Ну, вообще, технически он просто из Гарри Поттера, потому что он и там был, ну ладно. Успешно спустив $200 на Гриндевальда, ух ты ж боже мой, я должен был выполнить второй челлендж, схватить вещь наугад с закрытыми глазами. Протяни руку, давай, нащупай что-нибудь. Так, я должен схватить что-то. Это что-то большое, а вот это маленькое. Наверное, стоит приемлемо. Возьму возможно, так. Возможно. Да ёбаный в рот, чё за херня? Я не могу показать это на Ютубе. Можешь. Она зацензурена. $170! Не стоило выполнять этот челлендж в отделе хентая. Можно Джолин. А что там? Выйдет шестая часть. Дайте просмотреть. Немного превысим бюджет. Потратим 600, но это не страшно. Что у тебя, Коннор? Ничего. Что ты купил? Ничего, Джоуи. И не твое дело, Джоуи. Гарант купил самую дорогую фигурку за $550. Так. Он явно пропустил ту, что за $935. Что за фигурка? Да по ироге. Ах ты боже. Он послушал свое сердце, а не свой член. Он не получил свой балл. Это да. И он долго пробыл в отделе ироге. Очень довольный тем, что я выполнил оба челленджа, потратив чуть больше $500. Я пошел побродить по магазину. И к своему огорчению нашел кое-что, и мне это не нравится. Пираты Карибского моря по $10. Я потратил $200 на ёбаного Гриндевальда, а мог, блядь, взять Орландо Блума за 30-ку. Ну, кстати, это... Он не знает же, да, что Гарон купил Пикачу вообще за ничто, но он бы мог опасаться нижнего барьера, так что... Нет! Я продолжаю смотреть фигурки, потому что быстро закончил, а осталось время. Это оказалось ошибкой. Мне следовало поискать побольше. Я же могу их вернуть, да? Я могу вернуть свои фигурки. С первым магазином мы закончили. Пришло время второго. Что забавно, он в том же здании на 4-м этаже. Это Эйстап из прошлого видео. Все выглядит реально круто. Тут везде фигурки за стеклом. Честно, впечатляющая эстетика. Я потратил примерно $600. Это чуть больше, чем я хотел. Я волнуюсь. В Эйстапе можно оставить много денег, а пацаны, я так думаю, будут беречь деньги. Я не знаю, так сложно выстроить стратегию. Мусорный бак, Кун, второй раунд, поехали! Да, этот раунд мой раунд, я вытащу хорошие челленджи. Ты буквально давай. Сглазил. Ой, да бля, господи, Джоуи! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, возьму эту. О, господи! Чел на секунду увидел Христа. О, господь, дай мне... Купи что-то супер, Этти. Купи фигурку из Сёнэн сериала. А у тебя и в прошлый раз это было? Да, было. В Эйсапе. Это Берсерк, да, да. Сёнэн Джем, да? Это Хаку Сэнсэ. Я не знаю. Если будет ссылка такая, скиньте в Дискорд. Это не... Это не Сёнэн Джамп. Он только что назвал Берсерк Сёнэн Джамп. Серьёзно? Купи фигурку персонажа, кроме звезды. О, боже мой. Ладно. Я геймер, я геймер. Сделаем это. Это купи фигурку из недавно просмотренного сериала. Если не знали, это такой мем, что Джоуи не смотрит аниме. Купи фигурку Годжо. А они у них есть. Купи фигурку женского персонажа. Удачи, джентльмены. Ага. Удачи. Я не упомянул, что есть много других испытаний на все магазины сразу. Например, любая ближайшая к $420 фигурка в любом магазине принесет балл. Как и любая фигурка за $69. У нас куча таких общих челленджей, делающих состязания увлекательнее. В их числе наибольшие траты на один сериал, на одну фигурку, в одном магазине и многие другие, которые вы сейчас видите на экране. И я учитываю их все, когда выбираю определенную фигурку или покупаю какой-нибудь мусор. Я играю ради баллов и своего сердца. И вот мы снова в Эйстапе, раю анимешников. Удивительное место, и я уже нашел Годжо. Быстро. Да, и правда. Короче, мы в Эйстапе, самом круто выглядящем магазине Акихабары. Аниме кругом, на стенах аниме, на полу тоже аниме. Ты дышишь анимешными фигурками, вот зачем я сюда прихожу. Иногда тут можно найти очень дешевые вещи. Надо потратить 500 и купить того Годжо, и мы попробуем найти здесь за 69 и 420. Что, по 1000 каждая? И знаешь почему? Потому что это Dragon Ball, мусор, ужасный сериал. Я пошутил. Хорош. Этот персонаж Фейт похож на Анку из мема. Ну, тот хентайный, знаешь? Нет. Анка, который занимал кровь. Боже. Нет? Я, ты, Зумер? Зумер? Эй, йо, чё, как? Это я, Зумер! Не знаю, почему я так отреагировал, когда меня назвали Зумером. Я не знаю. Ищи за 69. Знаешь, у сотрудников есть база данных. И они могут для тебя цены посмотреть, так? Правда? Может, у них все... Ага! Это может быть читерство. Эффективность не читерство.
Верно, Мэйлин, мне нравится ход твоих мыслей. Как говорит дьявол, важен лишь результат. Важен лишь результат, это верно, Мэйлин. Но звучит так, будто ты хочешь захватить мир, так что это не всегда хорошо. Мы не хотим проиграть еще и потому, что проигравший будет наказан, и я не хочу делать что-то неприятное. О, он только что спросил о Кэнсера. Можно просить о помощи? Да, можно. Чё? Конечно, фигурки Рэм дешевле. Почему Рэм такая дешевая? Есть приз за больше всего фигурок по сериалу. Может, накупить Рэм? Нет. Почему? Никто не любит Рэм, кроме тебя. Джорджа. В смысле? Все о, любят Рэм. Фигурка. Ты чё несёшь? Впервые такой вижу. Старый дизайн. Еще времен Авашек. Мне нравится этот Дио клёвый. Похоже, он из Зоба, да? Да. Есть приз за больше всего фигурок из одного сериала. Но нельзя покупать повторки персонажа. Если я куплю две фигурки одного персонажа, я потеряю один балл. Если я куплю четыре фигурки одного персонажа, то потеряю два. Я забыл про это правило. Я все равно куплю он его. Он правда клёвый. Я, он я забыл. Хочу этих двух. Они будут да. круто смотреться. Ой, Конор. Асфальтоукладчик. Да, точно. Асфальтоукладчик. В тот момент Конор неосознанно проебался, повторно купив персонажа и мгновенно потеряв балл. Как дела, Гарнт? Неплохо. Нашел что-то ровно за 69? Моя цель 420, детка. Я тоже ищу за 420. Я тоже ищу за 420. Помни, Мэйлин, на 420 тоже. 420 тоже. Витрина с Джоджо. О, да, какой красивый синий цвет. Я только что... Он может точно Конор же будет смотреть на Джоджо. Я мельком увидел листок Гарнта. Он нашел что-то за 438 долларов. Нам нужно 420, чтобы обойти его. О, обезьянка. Где? 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 Обезьянка, обезьянка. Манки Ди Луфи! И он обезьяна! Потрясающе! Да. Я куплю его, если останутся деньги. Мне уже страшно, Мэйлин, я не нахожу ничего за 69. Взятки действенный метод. Да ну. Подкупи продавца. $200, $500, ничего за 69. Возьмем вот эту, за 2000 йен. Да, у этого сидящего отличная поза. Нога на ногу, лодыжки. Тебе нравится? Лодыжки. Тонкие лодыжки в ботинках. Тебе это заходит? Да. Между прочим, да. Ладно, берем, Мэйлин. Джоуи подошел подразнить меня, что он уже все купил, лучше а я Дискорд, по-прежнему безуспешно ищу фигурку за 69 долларов. Найс. Я потратил $500. Я чё? Ага. На 4 вещи. О, боже мой. И я уже набрал 2 балла. Сегодня у меня легкая сложность. Хочу эту фигурку из Ганса, я обожаю. Опять? Я обожаю Ганс. Пока... Все прошли вот мимо Ганса. Попался прекрасными фигурками по Гансу, Мэйлин кое-что нашла. О, посмотри на это, что это? Это отпад. Это Гон из Охотника на Охотника, одного из моих самых любимых аниме. И вы должны его посмотреть, оно замечательное. Пожалуйста, сделайте это. Есть одна сцена, где его волосы становятся супер-пупер длинными. И эта фигурка крошечный он с невероятно длинными волосами. Рафлан. Впервые вижу подобное, и мне это нравится. Будет плохой идеей купить его, но он такой крутой. Очень крутой. Я в восторге. Да. Беру его, беру. Это шикарно. Окей. Да, ладно, это беру. Круто. Раньше я такой не видел. Да. Как круто, возьму ее. Такой хорошенький. Итачи. Нравится Итачи? Да. Он такой эдж-лорд, Мэйлин. Кто-кто? Эдж-лорд. Почему? Он и что плохого? Эдж-лорд в мире. И что плохого? Ладно, идем возьмем за 60. Итачи хорош. Я видел Себастьяна, возьмем его. Кажется, Себастьян это и называется тоже безумием. Ходим кругами, делая это снова и снова. Да. Беру Себастьяна Михайловича. Типа видели, не видели? Не знаю. Пойду оплачивать. Да. Думаю, мы купили много. И не думаю, что мы купим что-то еще. Ну что, хорошо закупился? Фантастически. Да? Да. Главное, чтобы хорошо проводим время, да? Отлично проводим. Отлично. Как круто, никогда раньше такое не видел. Для твоей личной коллекции или... Возможно. Может, на трешовом вкусе не хватит места на все эти прекрасные фигурки. Наш хазбенда приобретен. Или, как говорит Мэйлин, мужчина с секси-глазками. Джоуи стал причиной небольшого спора. Ты знал, что Джоуи случайно попросил сотрудника помочь? Что? Что? Вот именно. Это читерство. Да, видишь, простите, видишь. Но правила не запрещают теперь спрашивать. Теперь будет правило. Нельзя просить сотрудников о помощи. Да, я не нарушал правила, тогда ладно. Его не было. А теперь есть, так что больше так делать не смей. Ах уж этот Конор. Уж извините, что я не Хонгодзёсю. Я думал, у нас джентльменское соглашение. Это, блин, трешовый вкус. Какое нахуй джентльменское соглашение? Ладно, с Эйстабом закончили, все фигурки купили, заберем мы их позже. Глянь, как он оправдывается на камеру. Мы никогда не читерили на трешовом вкусе. Он читерит в каждом спецвыпуске. Посмотрите на этого читера. После успешной сомнительной траты $600 на аниме-фигурки пришло время следующего магазина. Ами-Ами из прошлого видео. И в Ами-Ами мы выполняем 3 челленджа. Знаю, экраны выглядят глупо, но в магазине нас попросили. Окей, извините. Ладно, начнем. Ладно. Давайте не. О нет.
Купи фигурку по аниме, которую Джоуи смотрел в 2021. Мне достался невыполнимый челлендж. Лучше в аниме-культуру. Да ну нахуй. А что ты смотрел в 21-м? Хер я тебе скажу. Ничего, ничего не смотрел. О чем он говорит? Даже я не знаю. Купи что-то, выбранное другими двумя. Нет, это же ссылка будет. Ссылка просто. Я куплю самую дорогую фигурку, а потом вы выберите самую дорогую фигурку. Это вместе с безумно дорогими фигурками. О, боже мой. Да ладно, не бойся. Так, а у меня... Купи фигурку по сериалу про инцест и крикни «Я люблю инцест». Я хотел это. Да, здорово. Почему я? Такой черт, бесплатная недвижка. Да. Для меня это просто, почему оно ушло, Джоуи? Дай мне попроще. Дай мне простое. Так, купи фигурку по сериалу, который пацаны не смотрели. Желаю, блядь, удачи. О, это интересно. Удачи тебе. Просто куплю почему-нибудь недавнему, все норм, все норм. Это вы... Купи... А, блин, нет, Гарн смотрел Акватоп. Я буквально хотел сказать, наверняка Акватоп не смотрели, сзади стоит. Но Гарн смотрел, да, он видео уже говорил об этом. Полнимо, но мне будет больно. Блин, реально, с Гарнтом сложненько. Нужно жанры айдолов каких-нибудь. Что-нибудь из последнего Love Live'а. Гарн только самый первый пытался в свое время вроде смотреть. Джоуи вряд ли. Дай при виде каждой фигурки по Резиро. О, сейчас будем смотреть, как Коннор его душит. Да, точно, ты точно. Ты мне несколько дней приседал. Купи цветок на стену, легко. Это вообще чё? Это что нечестно. Это? Нечестно. Похлопаем мне. Это гачу, дачи, друже. Дай хороший, дай хороший. Этот будет простым и хорошим. Купи фигурку мужского персонажа. Да какого же? Слава богу, это ли... Гарн говорил, что смотрел Love Live первый. Чуть-чуть. Не знаю, опять же, насколько чуть-чуть считается, но лучше не рисковать. Но последний Love Live он точно не видел, а это типа отдельные сериалы. Легко. По Love Live, блядь, пол магазина, наверное, в нем. В каждом магазине есть отдельные стенды с Love Live. Это же очевидно. Купи плюшевого персонажа. Купи фигурку персонажа американца. Ладно, идем. Идем. Какой аниме Джоуи я смотрел? Я знаю, что в этом году он пересматривал созданного в бездне из-за спонсора. Хорошо, что-то еще? И мага-целителя. Хорошо, мы можем что-то найти. Это очень рискованный тайтл. Я подумал, раз у меня осталось больше 2000, то я потрачу максимум денег в Амиаме. Из оставшихся 2000 я потрачу больше 1500 в этом магазине, а затем чуть больше 500 в следующем. Чтобы наверняка выиграть самую дорогую фигурку и наибольшие траты в магазине. Так что я стал искать самую дорогую фигурку в магазине. О, это, кстати, неплохой, да. Тут у них еще есть, что нужно в одном магазине больше всего просадить, так что да. Не, это... Если Гарн здесь пройдет, он... Симфогир нет, он не смотрел, он только шутил над ним. Гандамы какие-нибудь Гилк, я думаю, видел. Но опять же, это какие-то и да, какие-то нет. Будет много приседать. Гарн, я нашел то, что тебе понравится. Окей. Я не шучу. Вот этот момент. Фигурок по Резиро. Извините. И здесь Гарн, тут тоже много. Одна, две. Это не приседание, ну ты чё, давай. Приседай полностью, вот так. Да. Я присел уже, наверное, раз 10. Эй, Гарн, смотри сюда. Да, блядь! А, я вижу штук 50! Закончив заставлять друга страдать, я занялся своей стратегией. Куплю фигурку по сериалу, который они не смотрели, потому что он не вышел. Это будет считаться, да? Они же не смотрели. Но как часто делают фигурки, потому что еще не вышло? Так, иди сюда, тут могут быть дорогие. О, боже ты мой, придется это все замазать. С этого ракурса я похож на Уикенда из мема. Я начинаю чаиваться, попытаюсь поискать среди порнографии. Но патрулить Гарнту у меня время... Ну, это несправедливо, я думаю, должно быть именно аниме... Которые они не смотрели. Думаю, это суть челленджа. Было. Эй, Гарн, кстати! Что? Ты это видишь? Да, бля! Ты можешь присесть по-быстрому? Вернемся к дорогим фигуркам. 600. 620. Что думаешь, Мэйлин, я хочу самую дорогую фигурку и наибольшие траты. Не вижу ни одной фигурки за 500 баксов. Джоуи, как всегда, был крайне полезен. Просто интересно, какое аниме ты смотрел? Ты не хочешь мне помочь? Я играл в Twilight Princess. Но это не аниме. Ну, в ней есть анимированные сцены. Не знаю, я понял, что не отдашь мне этот балл. Ты так говоришь, что если я куплю ее, скажешь, что не считается. Видишь, да он это даже не отрицает, блин. Вали, Джоуи. Чё? Apex Legends? Лол, реально есть по Апексу. Пендер. Не знаю, кто это, но окей. Это лутбоксы. Отпад. Боже мой, это отпад. Я куплю лутбоксов. Тут Майнкрафт. Я вернусь за лутбоксами. Где? Здесь.
Стив! Гуляя по Амиами, я вспомнил, что могу выполнить еще один челлендж. Больше всего фигурок из оригинального аниме. И мне как раз попалось дохерища таких дешевых. Возьмем Тоторо. Я говорил про то, что скупать просто Миядзаки всего. О, круто, это... О, это... Безликий. Да? Там в комплекте еще что-то беру. Уже две фигурки погибли. Что еще только по аниме? Это из службы доставки Кики и Небесного замка. Возьмем их чисто ради баллов. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ладно, достаточно. Никто не купит больше. Этот балл мой. Но походу я потратил на них много денег. Я готов к последствиям моих действий. А потом меня посетила гениальная идея для челленджа. Купить фигурку из сериала, который пацаны не смотрели. Легко. Возьмем Аркнайтс. Они не смотрели от аниме. Оно еще не вышло. Ну это нечестно. Большой мозг. Я надеюсь, ему не засчитают. Не смотрели, потому что не вышло. Да, это некорректно. Что? Учитывая, что реально не так сложно найти... Аркнайтс. Готов спорить, Джоуи скажет, что смотрел Суперсоника. Кстати, я пару серий видел потом. А, субтитров не было точно. Так и не досмотрел. Это не так, он соврет, я уверен. Ты можешь ослабить своего врага. Покажи ему больше фигурок Розира. Рэм? Где Гарнт? А, Гарнт? Да? Тут, кстати, фигурка Рэм. Зачем ты его так мучаешь? Посмотри, миньоны! Клёво. А что, если купишь банан? Нет, мы не купим ебаный банан, Мэйлин. Зачем покупать банан? Спроси у себя. Ты обезьяна. Разве не так тебя называют? Да, Мэйлин, ладно. После долгих поисков я наконец нашел дорогую фигурку. Я беру ее. Решено. А, Акиру. Беру ее. Сколько она? $600. Серьезно? Да. Кто купит ее первым, тот... Самую дорогую, да. Но если вы оба ее купите... Оба потеряем баллы. Ладно, я покупаю эту реплику из Акиры за $600. Не хочу, чтобы они увидели. Ладно, пойдем спрячем ее. Это точная реплика байка из Акиры со всеми прибамбасами. Но еще я должен был купить фигурку по сериалу, который Джоуи смотрел в этом году. Это было реально сложно. Но я нашел решение. Я знаю, что он это смотрел. Когда вышло видео Netflix? Проверю-ка. 7 месяцев назад. Он точно смотрел. Окей. Видео не было в работе 3 месяца. Мы с Джоуи вместе смотрели совершенно нового зверя для видео Нетфликса. И оно вышло в январе. То есть мы, скорее всего, снимали его в прошлом году. Не считается. Но я был очень близок! Мой бро, Pathfinder. На стол себе поставишь? Да. В офисе. Возьму вот боксов. Я много играю, стримлю Apex Legends, у меня алмаз в соло, я постоянно его стримлю. Пожалуйста, смотрите мои стримы, спасибо. А Мэйлин наслаждалась издевательствами надо мной. Никакой еды и напитков. Тебе нельзя, ты слишком вкусный. Я больше не хочу, чтобы ты была моим оператором. Ты в прошлом. Я решил, что достоин лучшего. Это намного напряженнее, чем в прошлый раз, потому что у нас куда больше денег. Мы можем купить куда больше. И людей тоже куда больше. Да. Кажется, Джоуи нацелился на 420. Давай мы попробуем такое найти. Зачем ты взял эту? Я хочу её. О, Мисака! А, ты любишь индекс, да, или что? Я это? Люблю индекс. Не неожиданно? Вай, вас что? Откуда он знает про существование индекса? Что, простите? Зачем ты взял эту? Я хочу её. А, ты любишь индекс, да, или что? Я это? Люблю индекс. What? Откуда? Реально, что за внезапное откровение? Он же макака? Как он может смотреть хорошее аниме? Не дай бог, еще читал. Не-не-не, это уж вряд ли. Еще и Мисаку взял. Не видишь что-то по магу-целителю или... Это водили Сетти, да? Мне достался невозможный челлендж. Без преувеличения. Такое чувство, что мне его не выполнить. Это ты. Что? Покажи-ка. Клоун. Клоун. Я ухожу. Но настрадавшись от шуток Мэйлин, я нашел нечто идеальное. Я знал, что ранее Джоуи сделал покупку близкую к 420 за 43 тысячи йен. Но мне удалось найти фигурку за 41 590 йен. Еще то ближе. Есть моя покупка намного ближе, чем у Джоуи. А Джоуи зря выбросил $420. Если я куплю эту нахуй ненужную мне вещь,
о которой я ни черта не знаю, то кину через хуй друга, и оно будет того стоить. Я попросил нашего стажера выяснить, было это или нет. И, конечно, он тут же пошел к Джоуи и показал эту штуку ему. Джоуи увидел цену, да? Он не говорил про цену, если ты об этом. Да, но он бы и не стал говорить сразу, да? Но он здесь один. Да, но думая, что дело в шляпе, то он не попытается снова в другом магазине. И не передумает покупать свою. Все равно куплю. Так, есть план. Есть челленджи по наибольшим тратам в одном магазине и на один сериал. И я подумал, что если я купил байк, то можно взять и что-то еще. Другие фигурки по Акере. Тогда получится где-то $800 на один сериал. Кажется, ты покупал по Акере с большой рукой, да, в тот да, раз. Да, было дело. Так что ты можешь собрать весь набор, да, по Акере. Да, да, да. С этим я потрачу на Акеру $800. $100 на штуку. Что я еще купил? Фигурка за 400 плюс Апекс. У меня остается как раз достаточно вроде. Я оставлю в Амиаме 1500. Просто сделаю как-то вот так. Нельзя, чтобы Джоуи увидел так, ладно. Закончив строить козни, я кое-что осознал. Стоп. Он смотрел в этом году «Евангелион». Да. Боже, это же очевидно. Не хочу перепутать, чтобы он вдруг не сказал: «Я смотрел не этот фильм, а другой». Проблема в том, что их было 20 тысяч разных видов. Я не знал, какой купить, и у меня закончилось время. Я решаю, я думаю, извилины шевелятся, я должен понять, нужно мне это в жизни или нет. Ладно, это тоже возьму. Не верится, что я вынужден покупать эту хуёвину за $100. Да я и другие сериалы смотрел. В смысле, здесь? В этом году? Какие другие? Я купил одну из того сезона. Я не знаю, что вышло в сезоне, это мне не помогает. Я куплю дебильную фигурку по Еве. Думаю, я потратил больше всех. Да, я думаю, так думаю. Да. Я потратил здесь 1600, и мне кажется, что это идеальная сумма. Да, если забыли, всех. Одним из челленджей Гарнта было купить фигурку, которую порекомендуем мы. И как хорошие друзья, мы хотели доставить ему максимум страданий. Страданий! Согласитесь на это. Интересненько. О, вы нашли Удзаки? Что если мы скажем ее купить? Помнишь же про челлендж? Вот дерьмо, вот же... Что если мы предложим тебе эту замечательную фигурку Ханы Удзаки в костюме зайки? Зачем мне это? Ну, ради бала, нет? Или лучше Рэм. Приседай. Какую выберешь, либо Рэм, либо Удзаки? А можно мне Мамако? Дайте взять Милфу. Ну, она стоит $300. А вообще мы передумали, мы хотим Милфу. Мы хотим Милфу. Мы что, выбрали Милфу? Да, мы согласны. Мы официально заявляем это на камеру. Мы повелеваем Гарнту купить Милфу. Я хотел купить крутых фигурок. Да, Милфу. Он это сделает. Я, блядь, это сделаю. Ладно, окей. И вот так Гарн потратил $400 на Милфу. Боже, почему это не я? Снимешь это, Мэйлин? Карл, дай же диска. Я бы сказал, мы уточили большой улов. Здесь мы покупали кружки для челленджа в прошлом году. К сожалению, пришлось убрать одну вещь, и я этим расстроен. Но вроде челленджа выполнены, и вроде мы потратили больше всех в одном магазине. $1580. Не думаю, что у них больше. А еще я потратил $800 на Акеру. Не думаю, что они потратят больше всего на одну фигурку. Надеюсь. И мы ближе к 420. В этом мы... Джоуи, походу, выиграл свой челлендж. В магазине мы много сделали. И надеюсь, это окупится. На аниме-фигурки было потрачено почти $2000. На очереди был последний магазин. Мы вернулись назад через всю Акихабару в Мандарака. В этом магазине мне нужно сделать две вещи. Первая — потратить больше $500. Это легко, ведь у нас осталось 520. И вторая — потратить ровно $3333 всего. То есть надо потратить как можно больше, не превысив лимит. И в этом магазине у нас всего один челлендж. Надеюсь, наш будет простым. Если мы не проебемся здесь и не превысим бюджет, все будет норм. И не купим повторки. Мы победим. Он уже купил. Я хочу подержать мусорный бак Куна. Ты будешь первым или вторым? Кто первый? Кто-нибудь. Я буду первым. Ладно, последнее, поехали. О, боже, господи, пожалуйста, только не дерьмовый, только не ганс. Последние челленджи дня. Купи фигурку персонажа Фейт, которого нет у Гарта Фейт Го. Да! Купи фигурку из сериала, который смотрели все пацаны. Попроси продавца порекомендовать фигурку и купи ее. На японском. Ладно, давайте, Конора не сложно. Вперед, пацаны.
Серё, такимасё! Получив еще челлендж, я чувствовал себя уверенно. Я знаю, что есть полно классических сериалов с тоннами фигурок по ним, которые пацаны смотрели. О боже мой, крутотень! О, офигеть! Да. Если бы у тебя были 3000... Блин, будь у меня 3000 йен, если бы не Pathfinder, я бы взял его. Тут и думать нечего. Полный отпад! Buzz Lightyear! Есть Чужой, есть Бэтмобилия. Евангелион вот тут. Я могу купить еще Евангелиона для челленджа аниме, которое все смотрели. Это не проблема. О, это Гитлер? Нет, шучу. Гитлер ли это? Нет, это Сталин. Впрочем, он ничем не лучше. Это правда. Они оба плохие. Они оба ужасные. Они плохие. Не знаю, почему есть фигурка Сталина. Видимо, кому-то они нужны. Оу. Окей, вот чем крутые магазины Мандараки. Обычные фигурки в несколько рядов, и можно посмотреть, что спрятано за ними. Так веселее искать. Никогда не уверен, что найдешь, пока не начнешь все это вытаскивать. О, Джоджо. При покупке фигурок у меня есть такая проблема. Как фанат Джоджо, если я увижу отдел с Джоджо, то просто не могу от него оторваться. Очень сложно переключиться на что-то еще. Если вы фанат Джоджо, то понимаете меня. А еще тут есть две фигурки двух лошадей, главных героев седьмой части Джоджо. Они тоже супер дорогие. О боже, Харвест, это так круто. О, отпад. Они собирают просто монеты. Просто отпад. Я не знаю, что мне делать. Идем на другой этаж. Да, идем на другой этаж. В Мандараке два этажа с фигурками 8 и 7. И на 7 в основном винтажные фигурки. И я сейчас про реально старое аниме 50-х и 60-х. Блин, мне бы стрёмно было здесь ходить. И просто винтажные детские игрушки. Привет, Гарн. О, Гарн здесь. О, привет. О, ты идешь ко мне, братан членосос. Боже, это долбанный мем. Я Бивис и Батхит в реальной жизни, клянусь богом. Посмотри на это, посмотри на это. Похоже. Это что это? Похоже на Чаки, да? Вообще нет. А, тут дорогие старые фигурки. Так, боже погодите, мой. А? Как-то мало всего. Вейблэйд, Дораэмон. О, такая же фигурка по Акере. И дешевле, чем моя. Блин. Ну, вот, вот в чем сложность для анимешников, ищущих фигурки в Акихабаре. Фигурка, которую я купил в прошлом магазине за $250, тут стоит 220. Иногда стойно быть анимешником, ты просто хочешь заплатить разумную цену столько, сколько вещь стоит, но... Ну да, типа, я видел, что обходят несколько магазинов, выписывают нужные фигурки и сравнивают, типа, цены этих фигурок, да. Иногда я вижу, что хочу, и обхожу другие магазины и сравниваю. Знаешь, да, я делаю так. Я обычно смотрю на них в таких магазинах, а дома захожу в интернет и покупаю их по приемлемой цене. Аукцион Yahoo? Да, на аукционе Yahoo обычно намного дешевле, но, естественно, челлендж не пойти домой, сесть за компьютер и зайти в магазин. Я не люблю диджимонов. Точно, все смотрели Код Гиас, так что возьмем-ка вот эту. Остается да, потрохи. Это Карен или Калин? Калан, не Карен. Это Карен. Нет, это Калан. Катакана Карен. Это Карен. Мне нужно потратить на что-то $300. Ровно $300. Мне нравится Джонатан с мечом. Боже мой. Что это? Майкл Джексон? Майкл Джексон? Посмотри на его улыбку. Капец. Надо найти что-то за $300. Или эквивалент $300. Может быть, купить Джоджо? А то я в тупике. В любой непонятной ситуации я смотрю Джоджо, делаю что-то связанное с Джоджо. Так что куплю это. Тут фигурка Джоджо за $220. Может взять вот эти 4, в сумме 11 и 11, и докинем еще 10. Все мое планирование оказалось бессмысленным, потому что в Мандараке у части фигурок налог прибавляют после. На ценнике его нет, а у части налог уже включен, поэтому было очень-очень-очень тяжело разобраться, сколько именно я потрачу. Ведь к одним вещам добавляются 10%, а к другим нет. Очевидно, это было стрессово. Это 10. Гарн будет смеяться, если я куплю ее. Да. Зачем тебе это? У нее подходящая мне цена. Что, правда? Да. Она поможет бери мне. Бери, это Сейбер, она клевая. А вот для меня Сейбер не вариант. Ты не взял ни одной Сейбер? Сейбер у него точно есть, он же не замолкает о них. Это верно. Это Сейбер, Сейбер. Это та самая первая Сейбер. Да, единственная хорошая Сейбер. Фанаты Фейт плачут. Нет. Единственное, все знают, что Фейт Зира единственная Фейт, которая имеет значение. Это шутка, я просто триггерю фанатов Фейт, простите. Я знаю, чего хочу. Сейбер. Я решил, что хочу, да. Конофига. Хай, то ссылочка, то Крейзи Дан. Хай, соответственно. К счастью, непонятно откуда взялись лишние $30. Я выкинул одну фигурку, и теперь надо потратить 4500, чтобы набрать точную сумму и выиграть этот чертов челлендж.
Окей. Так, надеемся, 4500. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Чё? А налог? Налоги. А, я этого не заметил. Сотрудник сказал мне, что налог включен, но оказалось, что не для всех вещей. Вот момент, когда я об этом узнал все на смарку, и теперь мне придется как-то с этим разбираться. Так я и провел оставшееся время в магазине. Сходил с ума, пытаясь это сделать. О, 4500. Да, но налог тут включен. Нет. Не обнадеживай меня зря, Мэйлин. Не надо так. Извини. Я устала смотреть на фигурки. Меня достало. Я больше глаза не хочу видеть ебаных фигурок в своей жизни вообще. Я пиздец как устал смотреть на этот дурацкий пластик. Я люблю фигурки, но моя голова... Я смотрю на цены и просто схожу с ума. Сколько это? 4400? Ближе уже не найдем. На сотку меньше. Видишь что-нибудь за 100 йен? О, что-то было. Где Правда? Это, как я помню? 165? Да, 165. Если мы возьмем 3 таких, сколько получится? Я пытаюсь посчитать, это трудно. Я схожу с ума! А если взять... Спроси, включает ли это налог? Фу, я так рад. Мне было плохо. И Мэйлин тоже, она тоже переживала. Я согласен, мы не точно. Добрали вот столько. Думаю, мы ближе остальных. И лучше счастливое остальных. Счастливое число. Да, счастливое. Если они не добрали 7 йен, да, но если они не добрали 70 йен, то же вы выиграл. А если кто-то обойдет меня, я заплачу. Монтируя сейчас это видео, я понял, что превысил наш бюджет на 7 йен. Он его превысил. А еще я сейчас понял, что для того, чтобы набрать точную сумму, мне пришлось купить крайне дешевую фигурку. А значит, я проиграл челлендж. Не, ну там Гигук проиграл. За покупку самой дешевой фигурки. А значит, я потратил 2 балла, пытаясь получить 1 балл. Конор тупой, потерял 2 балла, получая 2 балла. Пофигу. Искусство сделки. Геймеры, вот и все. Вот и все. Это конец. Все под ноль, денег нет. Мы думали, типа, 3000 долларов? Круто, звучит как крутая идея. Мы не предполагали, что накупим так много барахла. А точно, мы купили точно. Много барахла. Зато нам есть чем гордиться. Акихабара переживала не лучшие дни. Магазины да. закрывались. Сегодня мы сделали доброе... А, серьезно? Даже хуже, чем... серьезно? Меньше Пикачу? Дело, мы спасли Акихабару. Мы спасли нашими 10 тысячами долларов. Мы только что спасли аниме. Мы спасли аниме. Мы спасители аниме. Мы спасли аниме. Мы собственноручно вернули эти магазины с грани банкротства обратно к жизни. Думаю, мы молодцы. Думаю, я победил, но посмотрим. Большое спасибо, что смотрели, как мы тратили все наши деньги, бросая их в анимешную бездну. А если хотите увидеть этот челлендж с их точек зрения, идите на их каналы, линки в дескрипции и подсказке. А если хотите увидеть итоговые реакции и узнать, кто выиграл это состязание, смотрите свежий выпуск «Трэшового вкуса». Он уже доступен, так что идите смотреть. И да, еще раз спасибо. Это уже и будет надеюсь, суббота. В ближайшее время повторения не будет, иначе я разорюсь. Пока! 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 Спасибо за просмотр. Поддержите нас на Boosty и смотрите ролики на сутки раньше и без рекламы. Отдельная огромная благодарность Федероиду, Ред Панди, Ивану Шевцову и Эгоманику. Также большое спасибо Хайлорду, Алибабаеву, Констрактору, Теви, Кира Верджилу, Роману Извинскому, Раве, Бабру 90, Цурониме, МВ Грин, Владу Вахтину, Самбади 312, Немору, Лиздемалу, Андрею Корневу, Алексею Задонскому, Нари, Кристине Финк, Каос Деск, Дани Крону, той самой Химели, Анальному Дебаширу, BG. Ну вот и все. Вроде все-таки да, Джоуи лучше всех. Посмотрим, как будет уже на деле. Вячеславу Кочетову, Засранцу, Принципала Фойд, Владиславу Боцику, Виндурейвану, Ширатори. И честно, я сейчас уже не уверен насчет Юка. Иванки, Штро, Джинолу, Ивану Казову, но мне кажется, вряд ли. Конор много чего неплохого сделал, но он просто зафейлил несколько моментов. Типа, это критично. Он слишком зафейлил кое-где прям. Много баллов зафейлил. Хоть он много где набрал, но много где зафейлил. Джоуи, мне кажется, в этом смысле ровнее прошел. Типа, у него были шансы выиграть, но он, типа, зафейлил много раз. Ну и да, и Сдио тоже. Так, ну что ж. Как я уже сказал, продолжение финала. Хотя нет, опять же, будет еще стрим. Там долгая франшиза эпопейная эта вся. Но неважно. Очередная часть будет в субботу. А с этими тогда фигурками мы пока заканчиваем. Все по-свойски были хороши эти видосы. Да, опять же, оригинал, ссылка в описании. Джоши Зо там же.
поддерживаем, все дела. Конец записи.